Дальше сейчас попытаюсь сюда улететь, наверное. Ух, это будет страшно. Да твою ж мать! Всем бобры, многоуважаемые бобры. Мы опять с вами, к счастью к вашему, или может быть к печали к вашей, находимся в игре Portal Stories Mel. И сегодня мы будем с вами проходить усложненные варианты этих как тестовых камер. И сегодня здесь должно быть все сложно, и знаете что? Я надеюсь, что это действительно так, потому что, ну не знаю, хочется чего-то посложнее, чем то, что было в прошлом. Я не помню, как уже выглядела эта испытательная камера, но сейчас я пытаюсь сориентироваться. Так, мне нужно туда, да? Ну, во-первых, вот эта хрень у нас поднимает, опускает эту штуку. И вот эту штуку вырубает. Хорошо. А теперь вот так вот. Куб! Начальники, поехали! Да, мой начальник теперь куб. Это немножко странно. Так, ладно, давайте попробуем сделать вот так вот. Тихо, ты вот... Блин. Короче, поставить кубик так, чтобы он уголком цеплял кнопку. Не, он, зараза, не цепляет уголком кнопку. Во! Вот так вот. Теперь мы сможем оттуда ее убрать. Убрать оттуда, ну, допустим, ну, вот так вот как-нибудь. Эй! Во! Есть! Мы забрались. Только смысл какой, если мне здесь по-любому нужен еще один кубик, как минимум. А чтобы нам получить еще один кубик, нам нужно вдарить вон по той кнопке. Сам я туда полететь не могу, там яма. То есть мне по-любому нужно будет отправить туда хотя бы один кубик. Например... Вот через вот эту штуку. Ага. Смотрите, короче, мне нужно уничтожить этот куб. Сейчас вот об ту хреноту. А новый, чтобы вылетел отсюда. Ой, скорее, скорее. Есть! Тьфу, блин. Ну, замечательно. Я сделал вечный двигатель. Ура! Отличненько. Ну ладно, тогда мы сделаем иначе. Вот так вот. Опа! И все, и никакой нам больше дополнительный кубик-то и не нужен. Все, камера пройдена. Надеюсь, что следующая будет, ну, поинтереснее. И... Кнопочка. Кубик. Все, мы уже здесь. О, я помню этот тест. Мы его решали, и какой он был. Он был весьма тяжел для меня, я помню. В основном потому, что мне приходилось лететь туда. Но сейчас-то мы это все сделаем гораздо быстрее. Все готово. Ну, почти. Все. Так, подождите, подождите. Я сейчас влечу туда, а дальше-то мне куда лететь, а? Ну, то есть, как бы... Ладно, один портал тут. А второй где должен быть, а? Кто-нибудь помнит? Может быть, откуда-нибудь отсюда? Я помню, что я вот туда должен улететь. А как я туда должен улететь, я не помню. Все это какое-то хитрожопство... Хитрожопское жопство. Так, ладно, давайте для начала, наверное, просто попытаемся улететь куда-нибудь туда. А там разберемся. Вперед! Ну вот мы и прилетели, и что дальше? Вот, вот отсюда я должен вылететь. Так, а как мне?
Мне нужно здесь как-то портал оставить. И попасть обратно. А как это сделать? Ну, допустим. Но теперь туда вот обратно я не попаду же, да? Ну, как бы это высоковато. Вот это уже интересно. Вот наверняка у вас есть в голове какое-то решение задачи, а я не знаю как. Знаете что, у меня с вами... вообще-то без вас, собственно, родилась идея. Видите вот эту плитку? Она здесь неспроста. Вот именно все тут такие сетчатые, а эта деревянная. Здесь сверху есть еще вот это место. Короче, сюда нужно кинуть гель. Стопудово, сюда нужно кинуть синий гель. Только вопрос остался, как это сделать. Ну, я думаю, что мы сможем с этим, может быть, и справиться. Но для этого нам нужно будет включить гель, чтобы он работал постоянно. Для этого нам понадобится кубик. Короче, все очень заморочено так. Добываем кубик! Тихо, тихо, спокойно. Так, ну, как нам это сделать, как нам это сделать? Кубик. А, подождите, по-моему, кубик еще в конце пригодится, может быть, или нет. Блин, я не посмотрел, а надо посмотреть. Если там в конце еще и кубик нужен, это будет еще сложнее. Так, тихо, не-не-не, подожди. Вот так вот сначала сделаем. А теперь на разгон. Пиу. Вот кубик в конце, это будет подстава. Да, все верно, там еще в конце нужен кубик. Вот задачки, а. Вот эти засранцы какие, а. Пэу. Да тихо ты, подожди. Разбежался тут. Так, кубик, говорите, кубик, да? Кубик, 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 кубик. Чтобы нам получить кубик, нужно... Вот такая вот штука нужна. Все, синий гель есть. Теперь нам здесь нужен вот этот портальчик. И мы пошли. Тихо. Да что ж такое? Вот, все хорошо. Красота. Мы достали кубик. Теперь мы можем достать гель. Туда, куда нам надо. Вот так вот. Так, и гель у нас идет. Вот прямо сюда. Получится, что мы вылетим отсюда. Надо будет влететь обратно и здесь портал еще поставить. Наверное. Хотя, подождите, это же даже не обязательно. Мы же сейчас можем даже... Даже уже и вот так, наверное, сделать. Так, как-то оно неровно стоит. Мне прям не нравится, как оно стоит. Вот. Теперь вот так вот... Входим. У-ху! И как это получилось? Что произошло? Куда я не долетел? Блин, оно же не сохранилось. Итак, с попытка номер два. Блин, не туда. Не в ту сторону. Не тот портал поставил. Вашу мать. Что ж такое? Вот так. Че, опять не тот портал поставил? Да что за дерьмо такое? Видимо, я однозначно слишком кос. Так. Какой там нужно поставить? Получается, надо поставить оранжевый портал туда, да? Оранжевый, оранжевый. Ладно. Недолет! Вообще недолет. Короче, это не вариант. Это не вариант. Нужно какой-то... Нужно больше инерции, чтобы это получилось.
Ну что ж, есть у меня запасной план Б, и сейчас у нас здесь небольшая разгонная дорожка. Я не уверен, что ее хватит на самом деле, но может быть и хватит, кто же его знает-то. В общем, там у меня тоже стоит портальчик наверху. Мы ударимся об эту резиновую хреноту, улетим обратно и вылетим отсюда с подобающей скоростью. Ну, по крайней мере, я планирую это сделать. А там посмотрим, как выйдет. Но проблема в том, что я не могу попасть. О, есть, получилось. Нет! Это не работает. Это не работает. Нужно еще больше скорости. Отличная идейка, ребят, смотрите. Короче, тут стоит портальчик. Тут стоит у нас еще один портальчик. Тут у нас теперь синее говно по полу размазано. Опаньки. Красота. Красота. Теперь мы должны поставить здесь вот этот. Вот эту вот хреновину. И взять с собой вот эту вот хреновину. И теперь мы разгоняемся и вперед! Есть! Вот и все, вот и вся усложненная камера. Подумаешь-то. Так, следующая камера. Кубик. Кубик. Да хорош там болтать, я уже знаю, что ты не Кейв Джонсон. Лгунишка. Так, теперь еще одна попыточка. Вот так вот делаем. Вот так. А этот нахрен скидываем. А вот сюда портал. Да блин! Я помню, в прошлый раз была такая же фигня. Да давай залетай. Во! Красота. Глюк, великий логик. Глюк, молодец. Не знаю, только нахрена нам здесь сейчас этот кубик. Вот зачем он нам здесь нужен? Ого, вот этой дырки точно не было. Вот это я хорошо помню, что этой дырки не было. Так. Ладушки, а ладушки. Делаем вот так вот. Так, а что дальше? Дальше сейчас попытаемся туда улететь, наверное. Ух, это будет страшно. Да твою ж мать! Ну вот практически-то и все. Ерунда-то какая осталась, смотрите. Мы делаем вообще все то же самое, что и в прошлый раз. Абсолютно один в один. И все у нас получается замечательно. Главное ровненько все сделать. Иначе начинаются какие-то перекосы, и все попадает не туда, куда надо. Ну, допустим, вот так вот. К сожалению, кубик мы с собой взять в этот раз не можем. Но он прилетит к нам чуть попозже, смотрите. Вот так вот. И вот так вот. Давай, кубик! Твою мать, ты куда улетел, придурок? Дебил! Ну, дебил, иначе не назовешь. Кусок неразумного куба. Вот и как мне теперь туда попасть? А? А? Че, опять все заново, что ли, вот оттуда доставать? Боже ж ты мой, что ну? Ну, это как-то немножко бредовенько. Они тут что-то как-то косо летают. Ну, вот что вот это такое сейчас было? Что с физикой-то? Так, берем куб. Тащим вот сюда. Ставим его вот сюда. Сами улетаем вон туда. Вот я летаю нормально. Почему куб не летает так же? Так. И вот так. Давай! Главное, я не могу отсюда уйти, потому что я же на кнопке. Гребаный йота. Иди сюда. Гребаный. Засранец с ровными сторонами. Мой геометрический друг! Я должен спасти тебя, мой друг. Давай! Есть! Есть, дружище, мы выбрались отсюда.
Но извини, я тебя оставлю здесь, а дальше пойду сам. Да-да-да-да-да. Итак, новая камера. Давайте-ка посмотрим, что у нас тут есть. У нас есть гребаный гель. Гребаный гель, который неизвестно где включается. Где он включается, непонятно. Сейчас будем разбираться. А, тут у нас... Что у нас тут? Давайте вот так вот. Ой! Тихо! Чуть не упал, блин. Вот так. Кубик. Кубик готов. Теперь мы... Как бы нам к кубику попасть-то теперь, а? Давайте вот отсюда, может быть. Йоу! Тихо-тихо-тихо-тихо. Я думал, уже кубик потеряю. А я, знаете ли, не хочу терять кубик. Не люблю терять кубики. Кубики хорошие. Кубики няшки. Так, с этим понятно. С этим понятно, с этим понятно. Нам нужен гель. А как включить гель? Почему я нигде не вижу, где включить гель? Раньше тут была какая-то кнопочка, по-моему. Непонятненько. И я же теперь и туда не заберусь, да, получается, если так. Ну ладно. Давайте вот так вот сделаем. Ну то есть без геля я вообще сделать ни хрена не могу. Ага, включается гель. Может быть где-нибудь здесь. Где-то здесь должна быть какая-нибудь дырка. Вот что, она пролезть не может? Тут дыра размером с человека. Да господи, вы что? И кубик туда не лезет, а? Вот досада. Знаете-ка что? По-моему, я просто забыл самые основы портала. Все, что быстро влетает, то быстро и вылетает. Единственное, что попасть будет сложненько, наверное. Да еще и с кубиком. Блин. Да. Это немножко сложнее, чем я думал. Есть! Получилось. Ну, стоит сказать, что я не вместе с кубиком сюда прилетел. Кубик я здесь аккуратненько сюда подпрыгнул и поставил наверх. А самому пришлось все-таки лететь через портал. Так гораздо легче, чем лететь с кубиком. Это вообще кошмар какой-то, если лететь с кубиком. Так, хорошо. Я на месте, я на месте, я на месте. И даже гель мне уже не особо-то и нужен. Моя задача уже прорваться дальше, прорваться к выходу. А где, кстати, у нас выход? А где выход в твою дивизию? Кнопка. Я вижу кнопку. Я вижу ориентир. Оу. Как все серьезно. Надо как-то сюда что-то поставить тогда. Даже здесь еще ни одной портала пригодной поверхности. Серьезно? И кнопка наверху. А гель? Куда гель-то падает? Кто так строит трубы? Бесценный гель, который мне нужен, он просто улетает. А чтобы вырубить эту штуку, нужно нажать на кнопку. На кнопку, на кнопку, на кнопку. А чтобы нажать на кнопку, мне нужно запустить там вот хотя бы гель. А как он запускается, я не знаю. Проблема. Нашел! Нашел таки одну портал пригодную поверхность, слава богу. Я уже думал, все будет совсем туго. Так что теперь мы направляемся прямиком вот сюда. Все, красота. Вот это по красоте. Сейчас у нас уже все. И осталось только добраться вот до этой кнопочки. Но как это сделать? Никто же не знает. Мне же разогнаться-то надо. Мне что надо? А, все, я понял. Я понял, я гений. Я гений. Вы не представляете, какой я гений. Я просто сам в шоке. Так. Забираемся наверх. Наверх забрались. Жмякаем вот сюда. И вот так. Опаньки, кнопочка. Есть. Есть, я все сделал.
Да блин! Да цыц там, заткнись уже, гребаный модуль. А, подожди, я должен спрыгнуть на трубу, и она меня уведет куда-то там. Ну, ладушки, хорошо, только какое-то дерьмище на меня льется. Я, кстати, понял, почему тут... О, а чего она перестала литься? Что за прикол? Короче, здесь, оказывается, кусок трубы был в прошлых испытаниях, а сейчас его нету, и поэтому вот оно льется. Кстати, труба даже там внизу не валяется. Странно, странно. В общем, ладно, друзья, я думаю, пока что хватит. Если вам нравится портал, ставьте лайки, делитесь роликом с друзьями. Тогда я продолжу снимать этот усложненный режим, прохождения усложненного режима. По-моему, штука интересная. Ну, так или иначе, я пройду ее с вами или без вас. А это уже зависит от вас. Вот.